Всем привет! Это вторая серия быстрых гайдов о шинах Гисловец. Сегодня рассмотрим крайне интересную модель для тех, кто не привык к компромиссам и предпочитает чувствовать уверенность на дороге. Шины Гисловец Nord Frost 200. Почему для нашей поездки от Байкала в Москву мы выбрали эти шины? Ну, во-первых, сам бренд на рынке уже более 100 лет и имеет богатый опыт в производстве шин. Уже аргумент, вызывающий доверие. А во-вторых, я помню предшественника Nord Frost 100 – отличные шины. А Nord Frost 200 – это флагман современной модельной линейки Гисловет. В этих шинах усовершенствовали конструкцию, состав резиновой смеси, рисунок протектора и даже шипы. У шипа наконечник с тремя кромками зацепления и облегчен. Это позволило увеличить количество шипов на 30%. Что нам это дает? Но вы же понимаете, что с дорогой вас соединяют всего 4 точки – пятно контакта. Вы правильно ответили – больше шипов в пятне контакта. А значит, автомобиль будет лучше тормозить и динамичнее ускоряться на скользкой дороге. Плюс, если присмотреться, то можно увидеть особые мелкие канавки рядом с шипом и множество мелких ламелей. Канавки отводят измельченный лед от наконечника шипа. Так он остается чистым и лучше цепляется за поверхность дороги. А разнонаправленные ламели работают как снежные карманы, повышая сцепление шины с дорогой. Это существенно повышает сцепление. Автомобиль лучше тормозит и увереннее разгоняется. Эти шины подойдут для колес от 14 до 19 диаметра с большим выбором ширины шины и высоты профиля. А значит, подойдут для большинства автомобилей. В следующей серии расскажу о нешипованной модели. Всем пока!